Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Я не хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я, наконец, прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю. Я так боялась тебя потерять. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Девианты полностью иррациональны, и поэтому их поведение сложно предугадать. Увы, я был неэффективен. Ты что-нибудь выяснил? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. А еще? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Мы всегда рады подвести вас.
Лейтенант Андерсон! Вы дома? Лейтенант Андерсон! Тихо! Сумо! Я твой друг! Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Лейтенант! Эй, очнитесь! Это я, Коннор! Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Да вали ты нахер отсюда! Сума? Пас! Ну-ка! Пас его! Все, я сейчас сблюю. Да отстань от меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Ты что затеял-то, а? О, нет-нет-нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Выключай! Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? К сожалению, не могу. Я запрограммирован расследовать дело, и для этого нужны вы. Да насрать мне на твое гребанное дело! Лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся.
Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Что хотите надеть? Да похрен. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Сегодня, выступая перед Конгрессом, президент Уоррен озвучила предупреждение России, потребовав, чтобы все российские войска в Арктике были немедленно отозваны. Кремль пока не дал ответа, но явно имеет место эскалация конфликта. Да. Многие эксперты заговорили о призраке Третьей мировой войны, который подступает все ближе. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Нельзя им показываться. Теперь что делать? Найду другой путь.
Маркус, залезай. Склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Да, порядок. Неплохо, Маркус. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Джон! Мне нужна помощь. Джон! Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Почему же вы не как мы?
Не хотите свободы? Больше не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Нельзя его брать. Слишком опасно. Он идет с нами. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать. Мы не можем. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Опять лают. Задолбали уже эти собаки. Из-за погоды, небось? Опять фронт идет. Да, я-то обещал. Чал детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в 4-й зоне? Похоже на то. Должен вот-вот вернуться. Да уж, в патруле сейчас не весело. Получилось? Класс. Скорей, влезайте!
Грузовик! Мы добыли целый грузовик! Биокомпонентов хватит на всех! Без Маркуса бы не вышло. Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны.